Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net, Unit 2, секция Homework, домашняя работа, упражнение 32. Do exercise 77 on page 52 in written form. Выполните упражнение 77 на странице 52 в письменной форме. В упражнении 77 нас просили put in people or peoples. Вставьте слово people, либо peoples с окончанием s. Напомню, что в значении люди мы будем использовать слово people, в значении нации, народности слово peoples. Первое предложение. Будем читать готовый вариант и переводить. Peoples living in Russia have different traditions. Народы, живущие в России, имеют разные традиции. Мы использовали слово peoples с окончанием s, так как речь идет о народах. Второе. In many parts of the world you can meet French-speaking people. Во многих частях мира вы можете встретить франкоговорящих людей. В значении люди используем слово people без окончания s. Третье. I like people who are independent. Мне нравятся независимые люди. Опять в значении слова люди используем слово people. Четвертое. My cousin meets a lot of famous people. Мой двоюродный брат встречает много известных людей. Случай такой же, как и во втором и третьем предложении. Люди, значит слово people. The Welsh, the Scots, the English and the Irish are peoples living in Great Britain. Уэльцы, шотландцы, англичане, ирландцы – народы, живущие в Великобритании. В значении народа используем peoples. Окончание s не забываем. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.